Кардалане состоялась церемония прощания с Рувшаном Алиевым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне. Рувшан Меджидоглу Алиев родился 20 марта 1973 года в Кардалане. Он пропал без вести 11 ноября 1992 года в селе Тезакян Лачинского района. Рувшан Алиев был похоронен как неизвестный шахид на аллее шахидов в Тертере. Сегодня останки шахида были перезахоронены на кладбище в Кардалане. Слава Господу, за сегодняшний день нашему ожиданию пришел конец. Хоть муж и не увидел своих детей, мы гордимся им. Он стал шахидом во имя Родины. Царство Небесное всем шахидам, их место в раю. Сколько лет мы были в ожидании. Слава Богу, сегодняшнему дню. Хотелось бы, чтобы он не погиб, но на все воля Божья. Я не видела своего отца, однако многие делятся своими воспоминаниями о моем отце. Я горжусь своим отцом. Несмотря на то, что Рувшан был единственным сыном, он добровольцем ушел на войну. Первый раз воевал полгода в Газахе, затем в Ахдаре, а потом он пропал без вести. Его долго искали, но безрезультатно. И вот месяц назад нам сообщили, что останки шахида Алиева Рувшана были найдены. Спустя 32 года у нас появилась возможность посещать его могилу. Отметим, что сегодня церемонии прощания с шахидами Первой Карабахской войны прошли и в других районах Азербайджана. В селе Тезакент Зардабского района прошло прощание с шахидом Исаговым Закиром Нусратоглу. В Саатлинском районе простились с шахидом Намигом Джафаровым. В Шекинском с шахидом Сабухи Сулеймановым.